сервера будет. Может, человек играть будет. Это уже не хотят, а все-таки... Ванила-ванила, это ядро там другое. Есть джипс поставить? А, уже поставили. Смотрим, что там будет. Вроде будет стоить полстоимости от актуала. Наконец-то там протовары будут нужны. Бля, рыбы там... нет. Мне кажется, у меня просто макро сработал неправильно. Мрех, тебя не слышно, если что, или ты молчишь? Я чекнул на готовность, все готовы, потом макрос на кулдаун. И, наверное, вы не слышали, как я говорил, занимайте позиции, да? Ну ладно. Я просто сейчас помолчу, побуду. Интересно, Джерри, он укус может передать или опять заслакает? Если заслакает, это, конечно, будет эпично. Убегать от него. Да, убегайте. Надо так делать. Все, зато потом повесим сообщение дня там какого-то числа Джерри, ну пусть не передал. Так как Ваня от меня убегал на профи, когда я хотел с него чуму забрать. Все флаги. Глуп не мог он, блять, от меня. Я пока не могу прочитать рассыпление. Надо подождать. Что вам такое? Я пока не могу. Это там кефир, цент. Стоит. Начинаем представление. На рост. Я захотел так хуёво ходить.
Больного Финкельштейна. Так, Дима, какой ты молодец, 42 тысячи хантом дал, красавчик. Там 43 вообще-то, но это мало. Не то что Void Rhetoric M19 со вкусом первым. Там не рекорд сестри раньше был 50, но что-то прок. Не повезло мне на прок. У нас в руке была парашка какая-то. Не знаю, что за хуйня. Просто я смотрю, типа, вроде все нормально. Там каноб отошел, спикнись туда в танк. Второй. Блять, ни одной шмотки на МС не упал. Упало, ты его. Гуляйте, танки. Но воля, да. Блин, там боли ролили людей. Надо сейчас прямо. И у меня Ренах, я типа на уф роли. Надо сейчас прямо. Добро волю. Ну, а тогда я звездочку в мелике печеньку. Только тот не сарит, лишний трэш. Кто вор забрал? Вар. 28 кайф вроде был. Сколько? 28 или 29. Дофига пара для воли. Играйте все в АУЕшную. Ролик поставил, там в мелике вас захилят. В хильте резону хорошо. Это не точно. Кто помнит, какой ПР был у Актов Голы? Я не знаю. 4. Там, по скрину это можно посмотреть будет. 4. Что говоришь, Джерри? 4 вроде ПР было у него. Пали. 4 ПР? Ну типа на Аскле они точно не помню. Но на этом поле не было дофига ПР. Ну там кто посидел на срезку делал, можно глянуть по логам. Если там срезают, то мало ЭП. Мне остался только на рогу плащ и на этого, и на креста плащ. Все. Мили кидать он вам какого-то вытащили, а там массами сливайте руки, да? Молчать, бляха уже вторую неделю туго ищет. Это плохо, когда в молчате не могут собрать рейд. Это означает, что на севере нет людей. Большая накрутка онлайн на сайте. Да, конечно же, открыли перенос на X1 с других проектов. Я кто открыл? Чё, не читали? Вчера, по-моему, даже новости до сегодня постанули ВКонтакте. Вы что, не знали? Да. У меня по телеку, по-первому, национальному сказали, короче. На X1 можно с любого сервера. Откуда куда переносить можно? На X1 с других любых серверов, как я понял. Походу кодекс признал, что X1 в полной жопе. Ну да, если это сделали, то да. Бля, трэш не снулся. Ну или отвели, походу, далеко. Нахуя вы везли и выйдели? Да. Что-то новенькое. Фигаем от
полководцев отбежали, давай сакру. Отбежали от полководцев. Давайте, может, сейчас запахнемся и руб будет, наконец-то. Дубен. Может быть, кодекс ГВРК и он вот эту хуйню нам убьет? Да, может. Паларин, иди запусти лучше Крока. Можно его запустить? Угу. Агрессию зачешь? Да, это тайфун был. А что там? Сейчас. Это, походу, следующая пятка КГП. Да нет, это не ГП. То, что сделал, что так получилось. Ну тайфона, наверное, откинули, да? Варку близко к стенке вывели, я так понял, не знаю, там черкинули. Отходим все к звезде, не бейте трэш, везде отходим к Кроку. Сейчас нет смысла бить трэш, потому что Крок, ну, идите все сюда. Да не, ну это не раз. Бегите, глупцы. А сюда картина такая, а вы говорите, они вас, я не знаю. Бег с тайфоном. На нахуй он нужен, его тыкают, блять, куда ни попадет. Не, он только на духах и нужен. Лучше умереть сейчас, чем но... запустился. ВВК он нужен, чтобы портал только тихать и все. Да. Теперь можно вайпать рай, да так. Тайфоном откинул вальку и пиздец, не знал. Никто не знает. Я откинул. Надо писать репорт, чтобы это чин... Выманите их сюда, и мы вам поможем. Он просто багался. Что, идем в ВК? Не-не, давайте убьем так. Так чё, чё там говорили про перерос других проектов? Сожгите мои останки. С других проектов можно на X1 переносить. Ну, только за бонусы, не бесплатно. Ну, так... Так чё, если ещё не полностью признали, что хуя, да? Если они признали, что X1, им X1 уже задыхается. Не, наоборот, это шанс, что мы проиграем здесь не 2 года, а еще 5. Хотите играть Вовку еще? Жалкие создания. Да, прям мечтаю. Блять, я не даже. Какие серваки были X1? Читаешь? Сервера X1 есть. Сейчас прибудет ее подкрепление. Вот и Крок, видишь. Там какие-то американские какие-нибудь там. Глупый Крок. Ты... Да. Мейн, да? Сок, готовься. Сириус вроде. Только там онлайн такой, что хер зайдешь. Сириус. Так вот, перекинет чаров своих сюда. Там у меня один варп на сервисе. То есть, когда с других проектов можно, я думал, только по циркулю можно кидать. Так тебе же сейчас сказали, ну, новости. Да, конечно, по циркулю, блядь. Ваня, не будь таким наивным. Нет, там написано, что можно с других серверов кидать. Что, серьезно? Да, Сингарда там и так далее. Теперь главное узнать цены чаров. Если там чары дешевле, их можно покупать и перепродавать здесь, да? Даже можно. Там тебя посадили. А они там не такие тупые ГМы, там типа выбор списка, они не переносят чары, типа выбираешь чары из заброшенных чаров здесь. Не, можно своего перевести, но это дороже в 2 раза. 1200 бонусов. А обмен 500. Ну, короче, грубо говоря, как купить типа чары у нас здесь через кабинет сейчас. Сколько там минималка, 1200 либо 1300? Это косарь вроде. Так осарь. По этим ценам, по-моему, проще его Джейми Пирса купить. Вот. Отлично, ими барыжи. Я связался с теми людьми. Мне надо спекаться.
тыкайтесь все в хилов, у кого есть. Вар, фуловый вар. Интересует кого? Да. Почем продаешь? За какую валюту? 1500. На мешок картошки. Там за 1000. Тоже вар, как у Джей. Олег, ты там пропадаешь. У меня уже достаточно таких предметов. 100 вара продает. Кто вара? Я бы купил. Так, три себе. Почем покупаешь? Один всех. Не, не надо, давай другой кто-то пусть возит. Чувак, он не будет ходить. Я думал, Рид похилить одному. Они там пусть заходят, Вальку так не отхилим. Ну давай. А, вот, Войд будет водить. Поводырь, блядь. Чек. Ну, прикольно. Апис на рейде и этот, и варенька. А, ты один за хилю там летать и собирать. Ну хорошо, погнали. Смотрим. Апис, хочешь, заходи, хочешь хиль вместе. Если там пару человек зайдет, уже порталы закройте, ачив. На пришествие поставь аурус воина света, быстрее будете летать в порталах. Мои силы на исходе, залечите мои раны. Слушай, ты вот этот рейп, Кал Рейку-то набирает, Вали, Синдра, Лич, Лана, там целка 25 оп. Ты хрена знает, там из контролов набирали кто-то. Маг слева. Так, куда пойдем после этого целка? Читать книжку и спать. Спать, конечно, спать. Еще одна целка. К тебе в гости. Ёбаный. Да, 10 герн. Чета, 10 оп на ачивы. На ачивы. Ваня, спади на ачивы у меня. Ты бы не водил на ачивы. Да он не сегодня уже, может там завтра. Ларин, поднимай Льера. Где там усиление на Вальфу? Нет. Да, до сих пор нету. Дай забыл кинуть, сейчас кину. Опа. Так, надо на минуту мне перезайти в другой ВК, что выяснить. Что, не все ачивки собирать, то ну, целка, в смысле, там самое сложное, это полный дом сделать. В десятке? Не, ну вообще, как по мне, там, ну, двадцатка, десятка. Не, Синдра самое сложное, 25-ка. Зерк. Не, ну просто можно по обычной тактике бить. Ну, я думал, мы убьем, но чуть не хватило до Майи. Ну ничего, мне хватило, это вообще херню. Ларри, я помню, как мы били. Угу. Ты помнишь, как я собирал на ачивы, а тогда псих своего вара одевал и хилил одного хила, и мы убили в 23 человек. Но тогда был адаптовский рейд. Тебе, блять, порталы все, нихуя не вижу, а вот. Это был ДПС, жесткий пиздец. Ну, вы это, косты там сбиваете. Я в пятницу тоже в одного хила хили, но там черный лимон не переспеклось. Там лимон выспеклось, там хватило за головой по домам. Берните кто-нибудь без мода, я кого-нибудь другого подниму. Или Фалариана, берните. Не, у Фалариана КД. А уже так. Спасибо. Выйдите. Пожалуйста. Портала можете раздавать уже. Ну, там нахилить. Хилы топовые за хилы. Блядь. Жил не надо рез. Это сука, убери. О, Олег написал то, что я сам сделал, не прочитал случайно. Ару. Арус без мода его ресует, он бежит прямо на прожорливого поганича, который никто не агрит и умирает. Польза для рейда самая максимальная. Я
я все еще что ж поможет нам проебал и стаки, блять, и бегал и вокруг босса нихуя порталов не было. А я какой, ну-ка, я 16-й, капец. Ну дайте гимна там на хп. Попытаюсь бить, что-то не выходит. Колечко. Ой, колечко. Колечко, говоришь? Кольцо кому надо? На PvP можно порулить? На оф, можно? Не, это идет на кота, как на мейн. Олег, ты пучину отдал? Мне на мейн она не нужна, мне нужна на PvP чисто для опа. На кота кольцо идет с этого, с лорда. Реграда. Если фул, то не давай, потому что у меня капы собрано, не идет. Серьезно? Там сейчас какие бесплатные кольца на кота? На кота? Это кольцо, да, смотри, ребро... это кольцо идет только на робу. Через сборку наручей сурка. Это кольцо идет на ханта и на фурика. И все. А что вы напрашиваете? А этот код или кольцо за репу и СРС, или кольцо за репу и. Ну это. Ну и с лорда. То есть который. Ну, с лорда, я же говорю, с лорда. Так, сейчас. У меня, короче, есть это по еботам. Мне чисто на PvP, чтобы арт было, и все. Я его какой-нибудь другой заменю на PvP. Два юнт, ты слева пято запусти, я справа. Ротин за 10% на оф. Ларя не отдавал причину. Ну, ДКшки там зачем, господи. А тебе зачем ДК? Так. Это хрень. 10% роли. Суки долбаные. Где ты есть? Не тому ГП дал. Я тому дал. Без мод? А. Thank you.
Оковы, дайте им. Есть кто-то с Киева здесь? Что ты в гости позвать хочешь? Что ты в гости? Не, не в гости. Надо люди с Киева. Сходку хочешь организовать? Ну. Как убухнуть низким просто. Там WhatsApp что-то затерялся в Киеве. Что делает там? Поэтому надо завтра посмотреть, будет он на вокзале или нет. Здесь никто не знает его, наверное, да? Кто ты такой вообще? Да. Данила Котов? Да, есть такой человек. Данила зовут. На все увидишь, передай, что мы скучаем, пусть возвращается. Тогда я сразу скажу, что ты не играешь. Давайте убьем Синдергоса, а? А кто у тебя спекается? Я или Апис? Подожди. Шесть его просто. Раз, два, три, четыре. А кто пятый хил? Шестой точнее. Ну, Апис всегда был Эрдруг разве? Да, он всегда Эрдруг был. Это Войд был. Либо Войд, либо ты Дуден. Все равно. Чек. Давай посмотрим чек сначала. Олег, СС-а кому? Не знаю, кто чаще умирает. Да хер его знаю. Джерриум. Да, Джерриум СС. Когда я умер, ну покажи. Я сделаю там табличку, напоминашку. Да вроде на этом КД умирал с шаманом. На шаманом я сдох. Не, будь в хиле, я уже спекался. Так, чек. Пините лучше дамаг за ним. Ты первый там. Смотрите, даже в топе по смертям нет. Да. Йо, какой отрыв, но вы вообще не бьете ни хера, базаны. Че вы ничего не бьете? Ладно, давай тебе накинет. О, может ввести новое правило? Топ человеку по всему трэшу, по боссам. ЕП. Упадим. Да мне не надо то ЕП, просто, типа, обидно, что, типа, я, ну, кто-то в каше, кто-то нет. Спойлили, хило хит. Да, спойлили. Ну, смотри, я на 17 месте, и я... Это с до ребра еще трэш считается, да? Да. На 17 месте я не бил трэш до ребра. Не бил корабль, трэш на корабле. На совете, наверное, тут... Не, на совете бил. Я на 17 месте. Он же меня... А, ну да, я последний. Счастливый только, меньше меня набил. Никто уголы. Ну да, то что 20 лямов отрыв, это... Что-то мы охерели. Покашать все вместе. Вот Ваня умер, да? Здесь... Ты тут, Ваня? Надо было, блин, сакру давать. Давайте метки в сторону. Там не метка. Кто-то сейчас улетел, да? Улетел. Молодец. Дайте себе бакеру, я не знал, что Лев. Слева падает. Ваня, ты здесь? Я реально не знал за это. Я реально.
Там же падает. Подбивайте до 200 тысяч склеп, и справа падает. Звезду тоже до 200 тысяч. Значит... Буду справа. Так, подымешь с Маратриса. Бьем пока так. Ну, там сзади лежит. А? Вне зоны действия. Подожди. Да он меня не поднимет. Я возле Кроука лежу. Заебись, минус демон у нас. Ну как раз говорю, ну зайти покиньте на открытой местности. Ты механик? Гномский или гоблинский? Вообще никакой не механик. Сделай гоблинское дело и зайся сапоги. Ну чё там? На хохонте сколько раз вязаю сапоги на гоблинском деле, еще ни разу не улетел. Раз улетал, когда я был на хонте с этим, с гоблинским механиком, а гномский механик еще ни разу. Но может это пруха, я не знаю. Надо попробовать. Рандом. Апис, поднимай ВФ. Да, конечно, словила, молодец. Давай, рост. Первый шаман хилит. Да, я вижу. Первую метку под босса. Джерри, мелики отошли. Два хила, освобожденка. Под боссом метку. Слева под босса. Под босса, куда ты убегаешь? Метку не сливать, притяжка будет. Метку не сливать, ждем. Мелики, вы тупые. Сейчас будет... Притяжка, холод, вы умрете. Сливайте метку. Под босса неси метку, Беснот. Куда ты убегаешь? Зачем ты прячешься? Потому что под боссом еще не убили. Это не важно, не твоя проблема, это проблема рейда. Гимна ХТП надо. Ну, от тулгалы давай в сторону. Эларан, давай гимна отхил. Выношу. Майфрейм с Сакру давай. Ретрики каплю на Скарлет. А все, не надо. Гера под босса, ее надо хорошенько захилить. Толк каплю. Так, метку сливаем. Так, следующую метку тоже под босса. Оттолкнул под босса. Щиток на себя. Я ношу. Метку не бить, притяжка, спрятались за меткой. Под умру. Накру, давай. Под босса, Апис, кожу прожми. Майфрейма надо хилить. Атомск, поднимай майфрейма. Метку слить. Поднимите майфрейма. Фаларин, Войдстерфолл, Апис, поднимай майфрейма. Литрион под босса, хилим Литриона.
према хилим. Не хлопать ничего. Да сумрём. Сука, не хлопать. Скарлетт, иди хильте. Милики отбежали в РДД зону. Быстро, быстро. Это пиздец. Два хила хилят. Отливайте метки. Вот босс ультраша, милики отошли. Метку не бить, притяжки, милики отбежали. Бесмод. Скарлетт, меняй майфрейм, сейчас умрет. Лоран, метка. Нормально. Конченые милики, блять. Да, конченые. ВФ. В сторону Фалариан. Я сдохну там. Берись, кого поднимать? Не надо никого поднимать. Ты лучше метку бей или вообще стой, скидывай стаки, не боссы. Бей и набираешь стаки, блин. Ты что, кого эти любимчики босса, блядь? А, вот 10, я ебал. Просто 10, нахуй. Кстати, хлопали только хилы. Бля, там невозможно было не хлопать, пиздец. Повезло, что Страшан 7, я 10, паладин 8, там... Понимаете, что мы просто на удачу убиваем боссов? Да мы так всегда убиваем. Сейчас вообще было так. Ну вот даже... А, блин, как их еще убивать, если постоянно на хилах освобожденка? Да я не про вот... Не про освобожденку говорю, а то, как рейд морозится, неправильно скидывает стаки. Это надо, опять не знаю, ГП хуять. Надо видят, что знаете, идет дело к вайпу, нет, все равно нет, стоят, блин. Просто мозг соображает. Так, ну, надо кидать ГП уже, если мы убиваем сейчас босса. То ГП получил бы ВФ, бистмод, кто там еще морозился. Наверное, на следующий раз бы они так не делали, потому что бы знали, что в любом случае за это дадут ГП. Убили мы босса или нет. Блин, забыл спросить, а ты такое дело есть? А, или похер. Что такое? Ты не хочешь играть с нами? Не-не-не. Потому что мы огромные. Думал про вагонец, но потом вспомнил, что там 317 ДПС был, передумал. Так Ильича можно бить и 270. У меня просто есть ДК, типа. Если там не падло, то можно. Плюс. Плюс у нас ДК вылетел тогда, и не было демона, я думал, было бы 330. А чё ты хочешь? У меня есть ДК, типа. Я, типа, одеваю, типа, в танк. Ну, еще один. Танк одеваешь? Да, там типа я его качал еще год назад, а потом у меня аккаунт забанился, я его так и не успел одеть. Хочешь, заходи. Если, конечно, мы будем... Не, ну если раз... там, короче, это, на трае не будет хватать ДПС, то сразу же перезайду, типа. Так, зачем? Ты пошел с нуля, зачем тебе лично? Завтра лучше с нуля пойти. Ну, глору порулить, наверное. Ну, в принципе, это лучше. Сходи завтра с нуля. Чтобы потанчишь, там что-то дамажишь. Да, в 1К АГС. Ну, можешь собрать рейд и пайролить этим 1К АГС. Шмотки позабирать. Там камни на инту поставить или на СПД. Колбу на танка. Тарик надо, да.
На ДК идет талик, если кто не знал. Типа, ПВП можно и за. Так, Маратрис, ты заходишь? Да, захожу сейчас, пару минут. Кто из вас может подиспелить чему? У нас нету в рейде креста хила. Ну, это решим. Хорошо. Так, станы. Кружок джаспанк. У меня нет цели. Предмет еще не готов. Дайте каску по охотнику, пожалуйста. Ладно. Мой френд печеньку станет. Джаспанк все трусы. Первоволноваль. Еще не готов. Молодец станешь, ромбик. Вторая волна ага. Я пока что не могу это использовать. На третьей фазе кому СС дать? БДК или Палу? БДК. Ваня готов? Да, я могу дать кому-то СС. Пока не давай, Лера. Джерион запускаю. Да что Джериону? Не тебе. Пока ни на кого не кидай. 23:53 уже. Войт, хорош, блядь. То есть сейчас шкатулку достану. Демон в Мелизоне, если что. Демон. Ну, если ты будешь умирать, а там я дамага, будешь получать ГП. Я не ауешу на мечи. Вот некоторого ауешат. Так зачем стоять? Отличим, если не ауешат. Мне привычно так. Да. Там этот форма демона типа. Ты там костер прожать все равно не умрешь, а ты что там не будет. Чтоб тебе пусто было, блин. Это не я. Милики, ловушка. Алло. Пиздата. Ага, метка. Вот, подымай Фалариана. РДД ловушка. Бежали быстрее. Далеко отвел трэш. РДД ловушка. Не веди трэш сейчас. Чума, одна секунда. Ага, опять выноси. Правильно, молодец. Опять РДД ловушка. Джериан ромбик. Второй шарк еще вылазит. Милики ловушка. Сколько процентов у боссов? 77. Да, много еще. Ловушка РДД. Там ближе к краю назад. 73. Отводи, пожалуйста, в спину надо бить просто. Ладно. Ханты не скиллованные, не снимаю преступления ни один. А, у нас два ханта. Так и толку ни один не снимал. Да, ноль диспела, нормально.
Или кто этих плакал сейчас поставил для хода? Они что, теперь постоянно будут стоять? Что-то новое после обновы. Не знаю. У меня звук. Опа. Блин. Одолевать Рейда, короче. Там этот, как его, Джиперс и Поп собирает. РС-25 Гер, РПАЛ, АДК, ШП и КОД. Блин, я на это хочу посмотреть. Не знаю, там говорили, что они там сколько... Я потом, когда ходил с джиперсами, бля, они Африка поставили на кинетике 25 гер. Так поэтому я хочу с ними пойти посмотреть. Ну что посмотреть? Там человек с гильдии ходил, рассказывал, что за 4 часа они не увидели ни разу третьей фазы. Так поэтому надо посмотреть. Да ладно, там все равно через месяц-другой, может, убьют. Это со временем все. Теперь зато молодая Дади самая худшая гильдия на сервере. Чисто знаю про гильдии с ваших слов. Чё там, ты распались, легенды распались, блядь. В смысле, вот и распались? Вроде как. Да, 24 онлайн действительно распались. Марат, заходи быстрее. Я бил, чинился. Блин, это же... Представляете, одна гильдия будет на сервере. Смысл там играть. Райда в волчате нету. Давайте бафаться. Не знаю, зато мы стабильно убиваем там. Это же лучшие времена, это 1-2 гер минимум. Худшие. Не, у нас... Мы что убивали 2 РС, 2 ЦЛК, это либо там иксовые рейты были, либо праздники. Я летом, прошлым летом мы, да, 2 РС-ки убивали только. Потому что был маленький онлайн у всех, и еще куча людей забили, либо я кого-то кикнул. Кто-то на Войд на них наорал. Либо кто-то на Войд добился. Да, так если посчитать людей, то мы сейчас бы собирали там 6-7. Это так. Если там брать самогоны, там какого-то Серсею, Нокдауна, там вот этого Альдерана, на Рексис и так далее. Бесплатно здесь. Да, я нажал. Я не помню, до того, как ты увидел или после. Короче, я нажал. Наконец, хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Ну, подожди, есть время поставить процентаж. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Странно, у меня отображает здоровье босса. Но я не буду твои отчаянные крики. А планки нету. Уже доказательством моей безграничной мощи. Хвалят с нами, там час запустили. Да будет так! Герои в атаку! Блин, опять шаркающий идет в рейд. Там, понимаю, звездопад. Маратрис. СПВ. Не спальте, если потом чувак перекидывается, там Скарлетти чуть не умер. Там первая чума ушла, короче. Не вижу. Ну чё, лич до двух? Опять мелики ловушка, РДД 2. Двигаемся.
кабинка. Опять миленький блинк, как не видел, сколько процентов? 78, наверное, да? 82. Ор выше гор. Хоть бы на РДД кинулась. Опять намалаться. Так, РДД, давайте звезду. ВФ, чума. Не двигай танк, Скарлет, не двигайся. Сколько процентов? 76. Стали звездочку. Стоим так же. Стоим так же. Ага, давай каплю на майфрейма. После ловушки или на край? После ловушки, да, на край. Все, давайте все на край. Давайте зубы. Не, зубы не надо по майфрейму. Счастливая чума. Диспельте его. Диспел. Давай с... зубы по майфрейму. Инры заливайте. Счастливый, дай каплю на майфрейма. Блин, почему до сих пор два шаркаря? Вообще неудача. Молодец, ты давай. Еще много собрал. Молодец, давай каплю на майфрейма. Кресты бьем с сферы. Карли придется прожаться на второй фазе. На фрейм будешь сакру кидать каплю на БДК, когда жнец будет. 12-10 секунд там баф на лече. Ну ладно, 7 осталось. Стали звездочку. Постану, что постану? Ромбик, стань. Отведи лича чуть подальше. Все, стоим в звезде. Давайте рост. Так, меня схватило Вара и Ханта. Все играем вальки. Перед вальками не стоять. Через ромб играем. Трусы, джаспанк. Осквернение 2 секунды. Трусы надо добить. Так, ну, становимся звездочку. Осквернение выносим влево-вправо. Ладно, давайте вот так встанем в звезду. Спину бить. Лево-право выносим осквернение. Сакру под осквернение. Мастер аур. Shadow Resist поставьте, палы осквернение. Мастер аур прожмите. Так, все, разбегаемся. Разбегаемся. Отбежали от Старфола. Прожмись, прожмись, Скарлет. Прожмись, хил в вальке. Через трусы играем, через трусы. Веди лича за вальками, ты чё? Чё ты там стала? Надо лича за вальками вести и смотреть за осквернением. Давайте ромбик теперь. В центр всё выйти. Будет осквернение. 5 секунд. 3, 2, 1, час. Давайте все под босса. Так. Войд, Атомск, Нуба, Хилу, Иннеры, Фалариан, Шаму, Кристалл, Шаму. Давайте через кружок играем. Опять прожимайся. Схватила Эршаму. Ромбик сыграли все. Счастливый по ромбу стан. Осквернение 2 секунды. Осквернение с центра всем выйти, трусы добить. Давайте все под босса. Сколько процентов? 48. Так, ну давайте в звезду сейчас опять вальки. После третьей вальки опять отходим от валик. Лево-право становимся и их сливаем. Вот осквернение. Смотрим. Так, первое Джаз Фанк, второе Варенька, третий Эларан. Разбежались. Под вальками не стоять. Убедили, что вальки дами.
Молодец. Дай стан по трусам. По трусам стан. Так. Кого-то унесло, да? Трусы. На край все идем. Сейчас сколько процентов? 1%. Давай на край тогда. Так, один приз остался, плохо. Так, Ваня, споешь гимн на ману. Пою. СС на БДК есть, верно? Сейчас будет. Ну, два ханта, сова, помогаем сливать шары. Второго духа поиграем. Давайте по духам на светке побью. Следующего духа. Повезло, агро было на духе. Так, кружок только бьем, и все, пока. Второго духа не трогаем. Огромно. Бахила сейчас убьет. Шарики добиваем, дотаем лича. От духа отходим, лича играем пока. Отверни, отверни. Так, это было близко. Маги бьем ледяным копьем, декали к смерти. Звездопады прожали. Жаль звездочку. Стоим пока здесь. Убежали. Кто-то такой стоит, счастливый. Стоит просто, не кинул на себе щиток, не похилился, молодец. Использование класса на 110%. Вышли. Мелики лича, РДД дух объем. Кружочек. Не веди никуда, подожди. Все, теперь веди к трону. Веди к трону лича. Смотрим, осквернение, дистанцию набрали. РДД, спрячемся за лича. Духи пошли. Спрячемся. Сквернение скоро. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мини-зона осквернения. А, надурил меня. Аддон. Веди лича к порталу. Звездочку. Далеко бежим. Смотри, чего делает. Веди лича к порталу. Духи же спускаются. Куда ты ведешь лича? А че он на протопале? Сейчас похлопает духов. Ты поведешь лича к трону. Веди лича к трону. Быстрее. Поворачивайся. Веди лича к трону. Мини-зона осквернения.
Духи в рейде. Плохо. 18% хп у протопала. Осталась последняя комната. Ух. Не знаю, я не ходил с мутами, с северным сиянием в рейды ЦВК, но если сравнивать волчатовские рейды, там Джиперс Криперс и там какие-то Welcome to Hell, это небо и земля, несмотря на то, что... Да, нормально, там сейчас один умрет, наверное. Мы побежали. Многовато. Да, многовато. Давайте звездочку. Да, как по мне, у нас просто гильдия релла хорошая. Если хороший релл, даже тупого игрока может образумить. Ну, прямо если игрок прям сильно тупой, то тут, конечно, ничего не поделаешь. Ну, это да, это тоже. Либо я просто такой ёбнутый, что каждую секунду замечаю какой-то слаг и... Этого меня немного колышет. Вы преодолели все препятствия, которые... Куда эти дома зловещего духа? Ну вот, можешь сходить с Эрпалом теперь к попу этому. Пойду посмотрю. Ладно, мне и посетай, если шо. Добрали уже. Ой, он собирает уже. По-моему, на совете были. Убирали они. Дайте по духам, по зловещим домакам. Есть еще время собрать первое ИВК, которого не было ни за это КД. Кто-то пайрелит. 550 раз. Так, давай посмотрим, что там, какой это ДПС. Четвертый. Я бил только лича, иногда мультидотил эти, ну, те три вальки, через раз. Эловим, эловим. Так, что ты хочешь с этого вара? Более ровный дамаг, никто больше 10 лямов не дал. Так Джерин тоже 10 лямов не дал. Кэша, говорю, что дамаг ровный. Никто не падал просто. Да и ДПС у всех средний, ниже среднего. Это плохо, что я на четвертом месте. Это означает, что вы плохо дамажите. Хотя он сова пятая, кстати. Халарион хорошо совой играет. Обогнал мага, блин. Невозможно. Ну, короче, если мы риск не убьем, то я когда спизжу. Смотри, Фаларион. Какой же у него ГС? 6,2. Чё у меня только дамаг высокий? Наконец я свободен. По духам 800к. Настал час. Навлечай, сколько там? Лича 4900. Это на лям больше, чем Войд. Пуловый. У меня по валькам на 300к больше. Ну это странно, кстати. Может, ты звезда под конец прожимал, где доставал всех валик. Может и такое быть. Ну, Атомск вообще еще ниже, на 2 ляма, нет. Урон лича такой же, а просто лям дамаги куда-то в никуда исчез.
Ну, мне же валики постоянно носили. Может быть, я просто этого не видел. Теперь у нас... Сколько времени мы шли здесь? Да чуть больше 2 часов с пола ребра. Туна. Выкопало вообще без разницы, что то, что это. Кто на мейн рулит? Разница есть. Лучше прилив. Потому что он трансмутится под крышу пушки. Теренаста такой. Че это ты линкуешь, Ваня? Ну, ну смотри, пришествие, ты можешь не выролить этот кель, может его ронет какой-то лок, я не знаю. Ну тогда мой фрейм. Трансер. Уголы, там человек на мейн рулит. На ИП плюс. Сейчас. Фейро все равно выше. Кто-то там плюсовал еще раз. Короче. Потому что я дал ему за половину, так как ты отказалась ролить. Либо расклад такой, что ты получаешь Теренас за фулл ГП, а MyFriend получает кель за фулл ГП. Ну и вы там разбираетесь, меняться там пушками или нет. Кому надо конь? Варан, у тебя один перс в гильдии? Да. Защитник. Ну ладно, тогда ИП накидываю.